Кстати, не знаю, реально ли довести до Берсы? Он же, блядь, шотает уже там, пиздец, на 10 стаках. Ну вот сейчас по 1 на 10 жил. Стаков до 13 можно. На 13 уже шотает. 12 еще вроде можно выхилить. Вам же не нужен хил на олене? А, ну, одного будет достаточно. Просто в комнате под щитками люди себя увереннее чувствуют. Так быстро проходит. Огурцы возьмите. Кубо, посерьезнее играй. Че, все готовы? Почему теперь я на АФК шел, не слушал? Говорю, посерьезнее играй. Как ты сказал? Never? Для меня послышал. Да, да, да. Там да. Ну, так не шути, наверное, хорошо. Не надо. Ты, наверное, останешься тут? Или ты пойдешь туда? Давай я туда пойду. Хотя какая разница, типа... Да, оставлю ты там. Аспект только оф мне типа. Я офну его туда, когда мы подбежим. Я разбираюсь. На собрании тоже разобрались. Это не мой был. Влево перебежали? Влево, влево, танки. Не, наверное, давай проще. Каждый поднимает голову, каждый смотрит. Тот умирает, получает ПП. Ну там танк бы умер, бы все легли. Это было бы глупо. Да, тут ты получил, говоришь, получил бы вайп. Че сразу же бежать уже в сторону куда-то. Кайф просто вайпаться, извини. Ну я понял. Да не кайф. Пятерым отыгрывается по рейду, типа все косяки. Ну, не, понятно, дело, не пятерым, но все равно. Надо, чтобы каждый учился. Корнесса, сколько осколков? Двенадцать. Ой, идеально. Дайте им тупо престол. А, не, не надо. Все спустились по местам, давайте с вами встаем. Водителя добили. Танки поставьте, пожалуйста, аккуратненько. Все, Геру бьем. Где по своим местам раньше? Чекните, раньше 12 у нас здесь. В кресте не получ там более-менее. Там все происходит, я проверял. Да не, просто босса так поставили, ничего не значит. Так. Просто дамажим, следим за собой. Выходим аккуратненько к стенке и в бок. Милики же не бегают. Милики не бегают.
Милики морятся. Три... Ладно. Вагон. Почему они смеют стать? КД. А идеально есть по банане? ПР. КД. Уже его резал. Ты смотришь там трансляцию? Мне ничего не видно. Типа. Почему у нас фейк умер? Милишники. Я же говорю, Донт, мне ничего не видно. Ты просто ты в черепке стоишь как раз. Поменяйте танки. Просто теперь знаю, почему прилетел 41 тысяча. Ну это цепну хотя бы тут задел. Нет, я знаю, не, но мы стояли втроем. Я ВОЗ хрипатый. Ладно, отбежали. Потом, сейчас пока бьем еще ВОЗ. Блять, что у нас здесь ДК делать какой-то? Четверо, блять, в кресте. Бегите. Вы умрете. Суза. Треугольник. Треугольник, ну. Что значит драка? Убожество. Придержите мечи. Я сдаюсь. Блять. Золотом привалило, ребят. А ну покажите босса да бэт. О, а как-то мы сразу так лут увидели. А, это впал я в рот, да. Блять. О, у меня теперь ключ на уголона. Донт, внутри не так себе, типа прям... Она очень плохо пророкает. Возможно, в рейте будет чуть получше, но... Шаманизм, а вот с чего она прророкает, там написано? Ой, не на мейн спек, на офф спек. Просто ставь, да, так. На офф спек плечи взял, да. Ну, заходи. Вот эти лучше выглядят, чем те, которые ты линковал. А, ну такие же только центр бои. Атаки ближнего и дальнего боя, то есть, ну, от этого тоже, от УВС, от бури должно прок. Так, а кому там нужно было уступить на этот, на... Фрей? Да, там на Фрей уроков, это хотел. Тексит. Я могу уступить, только сейчас заберу вот печать. Быстро. Донта, это ты мне 75 за на офспек, да, зачитал? Угу, видишь, по 150. Ага, так, да. 39-е. Что атаки на кому его нужны, один, второй. Серьезно? Да их уже бесплатно раздавать надо. Просто я бесплатно. Я
сейчас я посмотрю, что у нас там по боссу. Блин, гони. Угу. Ну, вагон получается. Ну, вообще, 100 тысяч разницы. Кстати, в рекаунте больше показывают. Рекаунт работает на сервисе. Я понимаю. Да, слушай, она, короче, такая же, как и Грул, то есть, ну она прокает хуяло. Знаешь почему? Она от автоатак, потому что прокает турель, это медленные автоатаки. Я выхожу из инста, можете с ума не трогал. То же самое зеркальце вообще прокает от крита автоатак. Что еще хуже? Критического урона. Просто. Короче, хребет с Груо будет намного круче. Забаньте дерево. Это. Кто, зеркальце? Зеркальце прокает от крита автоатак. Нет. Нет. Все, что долго и от атак, это все. Это ретрик вы вообще забейте. Не надо вообще так как мне. Рос. А ты тут. Сейчас. Можешь мне отдать, я на сурва возьму. Ты ее по тесте, будет ли она у тебя пробовать нормально. Выйти из... блять, из рейда пока что. Или не надо? Сурвы же собираются в фулл ловкость. А я знаю. Я тоже по тесте. Я сомневаюсь, что она будет лучше, чем этот лоб. Ну типа, если она никому не нужна, то пускай она будет вот здесь лежать, и я буду ее... Ну подожди, с острова с хостой разве не лучше у тебя? Лучше. С острова, конечно, пишет, там пробуйте, пожалуйста. Постой, нет, я про арк говорю. Не, ну на паладина не арком, если что, все равно, даже если должен хаст. Ну я сравниваю комету с вот этой сейчас. Не, на острова понятно, с острова она вообще не прокает на паладина, а это прокает, ну понял, она прокает, вот должна прокать, типа через этот, ну раз в 45 секунд, а она прокает где-то раз в минуту. С острова паладина вообще что ли там ничего, истринник не актуален? Дом, вернись, пожалуйста, тыкнем портал. Ну а зачем типа брать островное? Та же карта с одним приговором в следующем контенте будет намного лучше. Да. Ну вот, кстати говоря, опухи 4-секундные, я бы... Так, это что еще было? Что? Ладно, не важно. Дрозд. На ауке типа нельзя нажать, да, на предмет, когда ты хочешь купить, типа вот этот, да, баг? Да, много. Так, кто там у меня какие-то зак... А, стойте. Кажитич, блядь. Я могу голову скоро улучшить. Рова. А вы за что за сигнал бедствия, типа? Дрозд, я же тебе говорил... Ну давай, ладно, слетай, иди там на шкаф. Ну просто науки не покупаются. Этот шкаф поставьте, дрыщ, поставь шкаф. Ну там на входе стоит. Ну, слышишь, а что ты думаешь по поводу пухи с острова? Говно. Ну, я считаю, все равно она хуже, чем эта 39-я. Да? Мне просто кажется, что вот эта 4-секундная, ну именно вот 4 секунды, они решают. За счет урона нашего. Мне кажется, не решают. Смотри, какой там разброс. Нет, а дело не в разбросе, там, по-моему... От секунд зависит. Нет, не особо зависит. От разброса тоже зависит. Ну, то есть прикольно, она для PvP, наверное, лучше немного. Но для PvE тебе все равно. Чем больше статов, тем лучше. Там статы и так хорошие. Ты плюс туда сакет еще вставляешь. Да, ну а в 39-ю ты вставляешь. Подожди, она же 32-я точно. Ну, короче, 39-я лучше, как по мне, типа, возможно, я где-то ошибаюсь, и вот эта вот механика, что там, типа, она медленнее на 0.4, типа, надо даст, купить, мне кажется, она не даст. Она же сдается, да, по-моему, если приобрел за токены? Да, 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 да. Или тестить будет. Чё это такое? А кто запулил древнюю? Ну, это пэт, по-любому. Чей это пэт там бежит под боссом? Это моя собака. Моя собака. ГП. Ну это ГП. Gold player. А он не эвэдится, этот босс? Нет. Еще босс. Только смерть. Ну что, падаем? Кому диван? Ну да.
идеального дама, меня просто прошлый раз просил. Я на самом деле так убор. Стоило мне выйти, вы уже вайпаетесь. Ну это не виноват явно. Ну да. Это мягко, умри. Куда ты бежишь? Остановись. Я хочу жить. Ну если на выход выберешь, умри. Ты не заявишь. Ты хочешь только походу. Он и выйдется. Ну а может не выйдет. Карниз где? За ним трэш идет. Трэш идет по всему инсту. Не заходите в инст. Где ноун, что он с 1% стоит? Наверное, в бабле. Нет, нет. Ну, то есть под диваном разве? А, нет. Нет, под диваном сама стоит. Снимайте диваны. Что у нас там с масресом? Не скоро. Он где не масрес? Готов. Нам так. Надо было значительно раньше вот этим заниматься. Ну, слушай. А почему вы перестали новичков набирать? Уже 23%, мало. Сейчас понабираю. Шаманизм, за что мы тебе платим деньги? А вы не платите? Нет. Мы не платим. Так чего вы ожидали? Ну могли же. Такое значение ЕПГП сброшено. Бросили нам ЕПГП. Нормально. А ты чекни, у него что, права какие-то, что ли? Что он сбрасывает? Да нет, конечно. Просто прикалывается. Права писать в чат. Слушай, есть. Права писать в чат, да. Да не в чат. Право жить, умереть. Он просто лутанул 150 ГП за сегодня, вот теперь такой. Шкаф, поставьте шкаф. Ты и журнал посмотри. Слушай, так он этот, у него нет прав на ну ЕПГП. А ты посмотри журнал ЕПГП, открой и посмотри время в журнале. И чё? Ну смотрю. Ну 2:30, видишь? Не особо. Ой, ну стрим включи. Ну там ресет написано 22:30. Почему у нас тогда у всех есть этот приор в заметочках? Не знаю, почему журнал. Типа где в журнале вот этот последние ГПшки? Ну вот именно, что вверху нету последних ГПшек, а последние ГПшки были где? Вот здесь вот. Ну, там краш-тесту что-то 250 запросов. Потом вот эта параша вся идет. Значит, нужно дать ему еще меньше этого прав. Ну, а ну там, попробуй сейчас. Там должны быть права менять офицерские заметки. Да нет у него, нет точно. Нет у него точно прав, в чем? Это может типа всех... баг ЕПГП. Ну, типа в плане того, что только в журнале пишется, а по факту ничего не меняется. Угу. В заметках у всех остается, приор у всех остался. Всех, кому он снял, все равно он тот же самый. Это чисто баг журнала, что ли? Ну, получается, что да. Я первый раз такой вижу. Да, так слушай, ну слушай, баг журнала типа нормально багается, потому что вспомни, как у нас начислялось ЕП плееру. А, ну кстати, да, я помню. Да, это весело было. Просто типа любое начисление ЕП и параллельно начисляется ЕП еще этому чуваку с ником плеер. Так именно поэтому уж вы заставили ник сменить. Конечно. Потому что какой-то лютый абуз получался. Да вообще нужно типа ЕПГП отредачить, но кому не впадло этим заниматься. А что там редачить? Ну чтобы не было таких вот багов. Ой, это в самотон лезть, ай.
Не думаю, что среди нас присутствуют опытные мододелы. Донт. Да, в ТБМ полез. Настроил, но неправильно настроил. Донт разобрался с ТБМ минут за 10. Ну да, это вообще не сложно. Просто сломал его, да? Нет, нет, он работает, я просто с таймингом не угадал. Да, у них странный плавающий тайминг. Там типа этот взгляд, который на угол, на йоге, когда типа нужно отворачиваться на третьей фазе, он сначала идет по одному таймингу, а потом по другому. Да, типа, а еще идет... пачку мобов не хотите убить? Нет. Ну если ваша пэта адекватная, то ее можно не убивать, но у нас таких нету. Ну давай, я на бездействие поставил. Если что, еще 75 ГПС пропишу. Ну, первые два там уже будут хрипаты, а потом от Пирекса. Чек сразу на бафа, на пол. Я готов. Хорошо. Один пулей. Это тот, кто рассказал. А когда я говорю без ДБМ пула пулять? А здесь кому что пить надо? Нет, ну я о том, что видишь, типа, ты когда говоришь пуляем, типа, а потом дают ДБМ пул. Хрипатый бомжей. Пишите звучай. Мастер. Дерево. Я здесь первый раз за ДД, я только это сейчас понял. И как? Да скучно. Как же не? А как же десятка? Не, ну я за 25. Отпускаю, можешь? Ну нет, в плане я за сову тут был, а вот за эту запало первый раз. Упал. И другое дерево. Стоп-каст. Давайте тоже стоп-каст сами смотрите. Дальше все сами делайте, заебали. Угоряйте. Типа, ну это анонс, то что ДБМ пишет посредине экрана. Ну может неграмотные люди есть. Ну да, пусть учатся, о чем мы. За 4 звуков. Чьи это эти демоны? Не-не, пацаны, еще рано. Так, в мостоплета через него укрываемся. Хрипаты ты сбиваешь к грозовому, пирекс ты сбиваешь водному. Пал, собери всех на себя. Там лучше, куда. А куда вы бегаете? Дерево. Все в дерево сыграли. Че, в красового. Остальный другой умрет так. По-моему, сейчас оживет. Давайте, давайте. Нет, ты че? Там 12 секунд целых. Его фридом дают? Даем. Это не модно. Стоп. Да блин, просто жми еще на мод. Диван просто отдавай и все нормально. 16 секунд диван. Второй бомжи пирекс. Дерево. Восемь дальке. Жми массакру.
умрете. Вы умрете. Вы умрете. Блин, раньше как-то кучнее били плёточников. Сейчас как-то они все бегают. Подбросы сбегались раньше. Войт Фьюри, дай иннер в Лангриса. Синяя джага на боссе висит. Хилы можете поковырять там. Помогите мне, дети мои! Стопнили, блин, что-то мы этот. Почему сейчас зальем? Там 300 тысяч у одного, у другого. Да страшно, блин, типа 12 секунд, я не умею считать. Все дерево сыграли? А это были последние, может быть? Нет, там еще. Не, еще здоровый. С чем можно убить сейчас, кстати? Давайте всех боссов просто играем. Будет ачивка у нас. Не будет, 30 ачивка. Да не будет, да. 25. Нет, что ли? Не, я не, в десятке с 25 сделал. Ну я не могу сейчас линкануть, но по-моему нужно с 30. Там типа нужно плёточника выставлять. Дерево сзади. Так можешь кто-то чекнуть, что там, сколько нужно этих? Я пытаюсь чекнуть, но что-то сложно, по время будет. Да это мягко, выйди, выйди, ну ты же всех дамажишь. Блин, мы так клеваем, что мы это убьем парня этого. Да убьем и убьем, ты представь, он сейчас начнет кидать. Природный источник убейте в краю, когда находится под 10-25 зарядов. А, нормально. 5. Давайте все... там яда нету. Тащи к грибам. Эти грибы странные. А, ну уже момент. Все, перебежали на ту сторону, бежим. Речки, так сейчас и будем. А, блин, грибов-то нет. Мы нету. Бить-то не сможем. Да, интересно. Давайте, все сыграли в древнее. Ладно, добиваем древнее, да. Вы убегаете из этого говна всего. Грибы. Закрыл. Вы умрете. Вы умрете. Для этой ачивки надо либо мелких оставлять, либо тройку. Да он тройка же. Все сыграли в дерево. Не, если второй танк будет, то нормально. Все, все, все встали в одну колонну возле дерева, подошли ближе к озеру. К озеру назад отошли все. Давайте поменяем. Встанем сейчас красиво. Перешли на другую сторону. Танк ближе к озеру веди. Не к тому, к которому ты стоишь. Назад, назад. Ты заебал, ты к другому озеру подойди. Бля, в чем ваша проблема, ребят? Это что происходит? Перебежали на сторону к дереву. Да, мы вообще ничего не сносим с такой хуйней. Вообще должно быть плохо. Просто с стороны в сторону бегите. Перебежали. С стороны перешли, перешли. Кошмар. Давай, перебегаем. Лангрис, сейчас летишь. Кого бэрнуть, может быть? Перебежали. Так, перешли на ту сторону. Стоим. А БР по зоркому дай. Дерево сыграли в озере. Блять, это чьи это лужи лишние? Ну куда вы уже бежите, пацаны? Бля, ёбаный. Перешли обратно.
Хуйню маемся. Бля, Сильван. Хуйню и маемся начали, нормально. Когда ачивки, блядь, эти начали делать. Стоп флут, блядь. Нет, не начали менять. Все, стоп флут, потом обсудим, когда начали. Вот тайм сейчас перепишали на ту сторону. Перешли, перешли на ту сторону. Танк со стороны в сторону. Почему ты ведешь его от этого? Теперь вас вещи. Обратно, переводи, еще. Переводи. Сколько доберусь, мы успеваем? Очень резко. Но впритык. 37. Перешли. Перешли. Пошли. А ну линканите берсу сколько? 20. Ну, нормально, танк прочнёт. Алло, переводи, ну алё, ну чё? Дерево, все сыграли в дерево сейчас. Жмись. Бабл кто-то. Вот донт вилки прожми. Не работает, да? Пизда, бля, такую хуйню маялись. Ёбаный рот. Шоу добьёт, давай шоу, брат. Не, она слишком много хилится. Давай, хилится. Ты сможешь. Нет, она слишком много хилится. Мы всегда, всегда ее здесь уводим из стороны в сторону, просто так от одной. Я знаю, что из стороны в сторону. Какому, блядь, кузеру? Зачем нахуй кузеру? Всегда как танчили, так и танчили. Нет, начали что-то говорить. Веди потому, туда, что ты потому что ты посередине комнаты стоишь. Ты стоишь возле речки, нам кидаются мины, и ты уводишь дальше в эту же сторону, на которой мы стояли, не просто через берег. Зачем? Ладно, ребята. Поэтому я тебе говорю, давайте мы просто возле речки встанем, и все. Тут... После озера, как мы всегда стоим. Тут, знаете, то же самое сейчас. Знаете... Я, блядь, кучу времени потратили. Знаете, в чем проблема была? Может, вы не заметили, но время потратили не из-за танка, а из-за того, что стали бить босса. Дерево прохиливать. Из-за того, что стали бить босса, когда древень живой. Надо было слить древнее спокойно и потом бить босса. У нас босса дерево прохилило. Ты о чем? У нас у босса было 30%, а потом его дерево прохилило, потому что засвакали. И такое, нам ДПСа хватало, типа, ну и с деревом, и без дерева, и с тремя деревьями убить его. Мы просто не убили дар. Кто-то же прохилил босса. Кстати, бой какой-то висит. Да, на идеальном причем. На всех висит уже. Не, ну о том, что на идеальном агро. От кого это? А, вон там кто-то идет. Закаленный буря Банана Мэн. Я уже могу пофлудить немножко? Нет. Просто... Понял. Что, убьем? Да, погнали, убьем этого моба. Ну, типа, все равно мы его убивать. Это же Салгалона, которая. Угу. Меня сейчас Гарга била. Типа, в этом... В Клоаке. Можете пользоваться ДК. Скорее всего, второго тоже придется убивать. Они связаны, мне кажется, будет бой. Навязли. Они уже ходили так по одному. Нет боя, нет боя. Хм. Переснимьте мне тогда. Кубов, давай, у тебя есть этот нож. Кубов только меня ножом резает. Ну и меня резнул. Блять, изменчик. Странное у вас отношение. Thank you.
максимально странное. Он к нему как к другу, а он его ножичком. Ну это нормально. Я готов. Готов. Анон, Роял. Ванглис. Приста бафа нет, потому что приста нету. Да, все готовы. Всем бесам кикнули каст. А можно своему бесу стопать каст? Не. Своеобразная механика. Бесу каст стопать? Ну, можно отпустить. Почему? Ctrl-2 нажимаешь, следует за тобой, он перестает поставить. Мастера. Это каст, который он уже кастует, не сможет отменить. А, это да, это да. Вы умрете. А бездействием нет? Нет. Нет. Только отпусканием. Глюпый бес. Понимаю. Нравится ему ловить кик-каста. Смотрите, оп, все бесы поймали кик-каста. А, ну слушай, если ему типа передвигаться, следовать, да нажимать, то да, он может. Ну, если он не рядом с тобой стоит. Ну да, если впритык, то да, естественно. Хотя, когда я босс... понял, очень... тебе нужно его ставить сначала далеко от себя. Banana Man Reshift. Этот, ставить далеко от себя. Играйте в постоплёт. Ну почему-то, когда ты случайно босса пуляешь, ему не стопает вообще. Потому что кто-то решил вайпать, так вайпать. У Бьорна фанаты завелись. Глупые людишки, да? Я вас вайпну. Сильваныч, ты не стесняйся прожиматься, когда видишь, что тебя пробивает этот хвостоплет. Ну или стан ему давай. Там, когда на нем 99 стаков. Он может поцарапать. Эонар, твоей прислужнице нужна помощь. Дерево слейте. Милики дерево за боссом.
Фирекс. Вы умрете. Умрете. Вы умрете. Какой тут ДЦ, не понимаю. Ни одного лопнутого щитка. Ну, если не стоять в мобах, он не лопнет. Любой АОЕ. Да не, ну да, наверное, щиток. Здесь он особо и не нужен. Тут любой АОЕ входит щиток. Сука. Тут топ-топ-топ один хил. ДЦ. Кто? Нет. Ну так правильно. ДЦ абсорбит, значит вам не надо... Не понял, на человеке висит щиток, когда урон проходит, щиток остается. У этапа он выходит. Косты также. Да, хрипатый грозового. Фирекс водного. Дерево. Прям 8. Заклеиваем. Возьми сильва. Все, альфаты встали, из лучей вышли только. Яру... А, ну ладно, давайте Яру. Мне когда фридома, дайте по кару. Дерево под боссом. Ты собирай сразу сундук. Я хочу. Ну, уже поздно. Так на ролл пускай бросает. Ну да. Я это имею в виду. Говорю, забирай. Во, наконец нормальный ролл. Ой-ой-ой. Ага. Вот это некрасиво вышло. Да, согласен. Просто ролл. Ролл это с Ларри. Ларри химика рожем бросает. Десятка, блядь. Слышь, Рос, что-то мне кажется, что Т9 надо либо два куска совместно с Т4, либо вообще никак. Так и надо, да. В этом и прикол. Ну, что-то какой-то вообще не очень. А что именно ты тебя... Получается, вы... Ну, на что именно ты смотришь? Ну, в общем, на дэмэдж. Ну, типа, 4 куска сверх помойка, он ничего не дает. Типа, 2 куска, ну, нормально, а по чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну да. Ну, во-первых, характеристики. Ну да, 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 нормальный сет. Ну, типа, я чекал этот Т9 по сравнению с моим текущим Т8. Я даже в силе в минус наоборот уходил. Ну я оделся в Т9 нормально. Ну, там уже просто больше меткости, мастерства и прочей херни, там другие капы собирать надо, другой шмот, обвес. Перчатки, ножники. 98-7. Бутасаки. На успех. Так у Боб нельзя его производить, он засирает этот чат, как это, штуки называются. А, гильдо это, ну, это там, ЕПГП? Да, да, ЕПГП. Ну, починит. Алекс, а ты что, еще не отдал этот сундук? Я
Ты слишком быстро забрал у меня. Я пока смотрел, кто выиграл его. Как там слепание камер слышно? Забирай. И что, все-таки на Фрей абсорбилось все, да? Кто танчить будет его? Давай так же, Ретрика войдет в танк. Так, а ты типа решил РДД без ХП этого оставить? Да, без метки, точно. Так, а он типа просто, не шарит, давай, да? Давай, давай ты в танка. Да там как непонятно, что было в прошлый раз. Типа, ну, сложнее, короче. Мне приходится анонсить, что танку делать еще. А я не успеваю. Пусть еще посмотрит КДшечку. Упал. Продай настой, пожалуйста. Настой продай, говорю. Кубоб, кубоб, купи слона. А в чем руфл? Все говорят, чем руфл, а ты возьми и купи слона. Благодарю. Это непобедимая тактика. Сейчас, короче, не шарю за ХМ. Экипировка забагалась, сейчас я. Не шарю за Хэй. Кто не шарит? Ройл. Я не был Хэйми за с вами. А тут есть огонь. От него. Он бьет. Все. Короче, все то же самое. Пиздец, я каждый когда это рассказываю. Короче, все, что происходит в обычке, то происходит в Хэмке, только появляется огонь. Огонь бегает за ближайшим и дамажит. На второй фазе мы даем Геру и сергаем босса. А потом просто бегай за рейдом. Ну, плюс-минус. А, Пиркс, на тебе будут бомботы. Не-не-не, у нас воет в это, у нас воет в ДД. В сове. А Роза, спекнул. Воет просто очень жирное слово, не обращай внимания. А, он уже спекнулся. Понял. Чё, мне в сове, да? А то я, блядь, пока мишку одевал. А, кстати, да. Там Фейп, ты тут? Нейверт, ты тут? Мне нужен второй фанк, на самом деле. Да, я тут. Давай. Рога, мы ж тебе сделали проходку. Давай ты Нейверу обратно место уступишь. Чё, далеко от, ну, от Дискорда не уходи, ещё часик потусим мы, да? Я тебе потом экипажку начислю. Уже последний босс, когда я в ДЦ, да? Ибо дальше он не нужен будет. Чё? Последний босс, когда ты в ДЦ? Ну да, и дальше же он не нужен будет. Ага, ну да, дальше сегодня нет. Я думаю, ну... Еще следующей неделе есть. Надо ДЦ-шку найти просто в гильдии. Так есть, он просто не смог сегодня прийти. Ну, там такого же может. Хотел в ДЦ поиграть так-то. Понял. Может приходить. Рыбот. А, кстати. А рыба где-то была. На тебе такой сейчас на ловкость. Давай просто там тебе просто на ловкость. Становитесь по нормальным местам. А это что, апнутая, что ли? Не, не, это не апнутая. Ты что, еще не на фреймил? Там за сколько? За 4 дня это фармится. По этим баджетам. Не, ну...